красотка. Что на работе? Развлекаюсь как могу. Нет, там мазать не надо. Нет, там мазать надо. Мы ищем золотые руки, готовые поухаживать за нашими кустиками. Поверь мне, благодарные кустики в долгу не останутся. Это даже для меня смело. Прости, не люблю останавливаться. Нет! Мама с папой продали дом, где мы выросли. Они должны были оставить его нам! К вам только одна просьба. Разберитесь в своей комнате. О, боже! Ужасно жаль, что ты ни разу не отрывалась под этой крышей. Забудь об этом. Ты уже 2 года в разводе. Может, хватит играть в монашку? Не дави на меня. Дел полно. Для начала ты должна пригласить того Тарзана с окраины. Привет. Привет. Меня зовут Мора. А меня Джеймс. Просто зашла поздороваться. Ну, пока. Оу. Конечно, немного в обтяжку, но кажется, мне идет. Вы надели задом наперед. Какой-то авангард. Одно яблоко никак не уместится в корзине. Зато бахрома роскошная. О, другое дело. Я тут подумала. Зачем? Может, ты не будешь сегодня пить, а я тогда тянусь полную силу. Читаешь мои мысли. Слышала, у вас намечается вечеринка. Жаль, что она не для всех. Эффектный поясок. Спасибо. Наверное, давно штангой занимаешься. Пора прощаться с этим домом. Зато нам было в нем весело. Обожаю крутых парней вроде тебя. Мое стоп-слово еще. Всем внимание! Вечеринка окончена! Это моя музыкальная шкатулка. Правда, красивая мелодия. Вот и все. Нет. Сестры.